Знакомьтесь, Дэн Лаример, инженер программного обеспечения, программист и серийный предприниматель. Сфера его интересов охватывает блокчейн-технологии, криптовалюты, децентрализованные биржи и экономические системы. Дэниел Лаример родился в Колорадо и значительный период жил во Флориде и Вирджинии. В 2003 году он получил степень бакалавра по информатике в Политехническом университете Вирджинии и Университете штата. Дэн Лаример до марта 2017 года являлся соучредителем и техническим директором компании Steemit. После успешного проекта Steemit он занялся следующим EOS-проектом. Дэн также является генеральным директором компании Cryptonomics, технической консалтинговой компании. Он также основал BitShares и Invictus Innocations. С апреля 2017 года он работает техническим директором в Block One, предоставляющей консалтинговые услуги для малого и среднего бизнеса. Дэн считает своей миссией найти решение свободного рынка для обеспечения жизни, свободы и собственности для всех.